Добро пожаловать на канал Алена Поигрёная, и это Амнезия Ребёс, третья часть. Мы зашли в прошлый раз на территорию крепости. Так, и если честно... Помехи? Так, ничего не понятно, мы залезли в прошлый раз вот тут в самолёт. Mama's here, so don't you cry. Shh, shh, little one. I'm here. I'll always be here. Она типа спела ту же самую песню, что пел и Салим. Окей, так, коротко вспомню. Мы главную героиню. Нас зовут Таси. Мы так чуть-чуть беременны, прям вообще слегонца. О, хочешь сказать, что у меня места не? Что за дрень? Лад. Подожди. Серьезно, то есть ты еще и не открываешься? Какого хрена? А как мне завал этот? Просто обойти. Это что? Это так выглядит масло? Подожди. Я ничего не... Там что-то блестит. А, окей, у меня... так. Таня. Дай. Дай. Так, еще что-нибудь есть? Поджечь. Пожалуйста, пока у меня горит... Да, блин. Так, я просто на всякий случай, тем более спичек. Пока что. Пока что. Много. Так. Если что, спички еще были в начале. Спички были в начале, но. Так. Заберу-ка я и. Окей. Так. Что? Ну а тебе тут? Что? Ты думаешь, что кто-то есть? А, да. Так. Побежали прямо. Какие картинки? Зажечь что-нибудь? Зажгись. Инструменты? Это что? Это пружинный рычаг, станина, токарный сверлильный станок, надежная лебедка. А, ты хочешь, чтобы я лифт починила? Ты что, нормально, нет? Так, а зачем мне сказали выглядывать? Понятно, зачем мне сказали выглядывать? Так. Дай пройти! Так. Зажгись, пожалуйста. Блин. Черт, спичка потухла. Мамочка, поговори с папой за меня, прошу. Он не отвечает на мои письма. Мне здесь не место. Это жестокий край, и люди здесь очень жестоки. Я умоляю тебя. Я умоляю его. Я что угодно сделаю, чтобы загладить свою вину. Если он не жалится, спроси, действительно ли он хочет, чтобы его рот оборвался в этой пустыне. Мать ё. Эй. И это уже, между прочим, не смешно. У меня так-то не до хрена спичек. Чтобы вот тут вот. Блин. Блин. Понял? А почему все потухло-то? Типа...
Или ты не хотела зажечь? Хочу тебе страшно. Пыль и песок, сухая пустыня, я в грезах своей шепчу твое имя, зову, зову, хоть все, уж все отцвело, и время песком из часов утекло. Прошло 10 лет, и службе конец. Вернулся на родину бывший боец, но дома его никто не встречает. Кресло пустует, и ехал гуляет весело. Так, еще я тут шкаф. Чё? Нормально? Что орёшь? Всем предложенный обитак чуть-чуть. А, так, откройте. Да, откройся. Ну, что ты? Так. И картинки. Получается, дуновение ветра, тут все ломается. Так, мне нужен рычаг. Мне вот эта вот штука, да, получается, нужна? От ветра здесь... А, все потухло. От ветра здесь тухнет все. Что? О, понял. Это типа отражение. А за смысл тут поджигать? Так, что-нибудь скажешь? Эйфелева башня. Ой, дом. О чем? Они разве из Парижа? Нет, может быть, они французы просто. Хотя я думала, Салим француз. Это такое себе. Племени Келханан верят в покровительницу, хотя точнее будет сказать богиню. Женщину в сером, что блуждает по пустыне и оберегает их народ от духа смерти. Они называют ее Тихану и оставляют ей подношение в виде пустынных цветов. Вау. Это типа пустынные цветы, типа как символ этой богини. Так. Так, я была здесь, нет? Да ты что делаешь? Есть что-нибудь поджечь? Подожгись. Это тут еще. А! Что вы скрипите? Санти скрипит. И Санти, а ты что, не откроешь? Это так. А мне все еще надо пройти в рубку. Что еще надо? От ее кроет вообще, конечно. Кроешься? Господи. А, блин, вот же тут был свет, ну. Хорош, под. Почему так быстро спички гаснут? Видно же. Пепельная матерь, джин исцеления и помощи в этой дикой местности. Она дикая и своенравна. Призвать ее нельзя, но она может смилостивиться над теми, кто понравится ей, утоляя жажду умирающих собственными соками и возвращая заблудших на верный. А это начало? Джесс, keep talking, doctor, keep talking.
Хатив Джинзова. Одинокий глаз в пустыне, призыв обездоленного и просьба о помощи. Хотя этот голос бесплотен и соткан из грез и тумана. Он вредит отчаявшимся и изнуренным путникам, уводя их с дороги в глушь. Там они тщетно блуждают, мучаясь от жажды, пока не остаются лишь кости и прах. Коротко про джинов. Это что еще? Гуль. Самый простой джин. Существо страха, мрака и обмана. Обитает в глубочайших подземельях. Почуяв человеческую плоть, разрывает песок и выбирается на поверхность, чтобы схватить его ничего не подозревающего спутника. Коварен. Способен говорить человеческим голосом. Заводит своих жертв в гиблые места, чтобы убить, сожрать и выпить их кровь. Ифрит — это джин огня и пламени, отмщение, что настигает убийц, неумолимый и непреклонный, смерть городов. Он появляется среди запустений и руин, и знак его — яркий свет. Подожди, сейчас. Если это не на время. Он появляется среди запустения руин, и знак его яркий свет. Он чует энергию жертв и вцепляется в них своим горящим взором, пока не вытянет всю жизнь, словно паук из мухи. Единственная защита против него — истинное покаяние и молитва просьбы Дуа Аль Масалам. Так, это было сейчас введение в джинологию или как-то типа такого. Типа там... Что? Не про джинов и ля-ля-ля. Так, блин, у меня осталось 3 масла. Хотя у меня его было-то там. Так, вот. Подожди, понял? Сейчас издеваешься? Ты хочешь сказать, что я сейчас кругаля дала? Извините, но... Уверена? Хотя... Там что, кто-то ходит? Так, ладно. Дальше. Понял? Я на что-то встала, короче, и... Ой, это надо мне. А, это лампочка зажигает. This is stuck solid. Damn it, I've got to reach that radio somehow. Я понимаю, что тебе нужна рация, но... Блин, какого хрена вы не носите с собой электрические лампы, а? Что за жесть? Да ты издеваешься, что ли? У меня масло кончилось, да? Прелесть какая. Тихо. Иди нафиг. Это что там горит? А-а-а! Я опять застряла. Тань. Дожгись. Да, лучше, конечно, не очень сильно становится, но это хотя бы... Не понял.
Я ж тут была вроде, нет? Чего, блин? Я уже, если честно, запуталась вот во всех этих катакомбах. Здесь я точно была, я здесь поджигала все. И такое ощущение, что я здесь была. Это... И здесь я была, ну. Жизнь, мне предлагаешь, ты мне предлагаешь наверх туда идти? О, ну все, понятно. Ап, наверх. Ты поставишь? А. Понял. И каким это образом? Гениальным, восхитительным, я должна это сделать. Хотя, может быть, тут не обязательно, чтобы... Не, ну погодите-ка, ну чё за... Ой, это что? Ой, это спички. Хорошо, но мне бы масло. Это что? Чё? Тут кто-то ходит? Задержка поставить неприемлемо, немедленно выслать точка капитана Лефевр. Запрашиваю перевозку капр... Дверцечка, капитану. Окей. Это типа у них тут передача, да, была? Срочно запрашиваю подкрепление, капитан. Много погибших, запрашиваю подкрепление. У вас много погибших. Сразу как страшно. Так, ты не масло? Так. Я вообще думала, тут проход есть. Так, Ирина, я сюда пришла. Тогда... Так, а здесь я была? Здесь я дергалась, да? Теперь-то. Так. Она сказала, что тут заклинила дверь. Так, нет. Какие тут? Бомбочку. Блин. Можно мне еще? Так, это я где? Сейчас не понял. Чё? Две спички осталось. Вас. Это прямо сейчас, конечно, очень вовремя.
Нет, тут где-то... Так, это мы читали, да? Да. Это они там богиню и приносят ей чего-то там. Но спичек нет, да? Брала. А, нет, вот. Одна спичка. Мало тут. Так, просто стена. Стена так стена. А, вот только лучше-то от этого не становится, что это стена. Пойти в эту руку-то мне все равно как-то надо. Вот не имею понятия, как это сделать. Так, а, вот эти штуки, да, кстати. Это сейчас вообще было очень... хорошие мысли о том, что да, между прочим, тут же все отодвигается. Забрала. Дальше. Да блин, что за бред? Я какие-то кругли тут наворачиваю. Так, лебедку я нашла. Тебе еще надо от меня, женщина. Вот тут есть еще какое-то приспособление. Так. Молоток. Видимо, нет. Ну, видимо, нет. А каким образом я должна, короче, блин, дотянуться? Ну, и чё? Мне либо нужна еще одна доска, либо я что-то не понимаю. Скорее, я что-то не понимаю. Еще я вообще там не вижу прохода. Окей. I hope the batteries don't run out. I need to get in there. How do I get through? Can anyone hear me? Damn it. Hello? Hello, it's Tessie. Stuck in this goddamn maze. Чё, в каком лифте? Come on, damn you. I'll get to you, doctor. Just keep talking. То есть мне все-таки надо лифт починить. Ты серьезно? Ладно, пошли. А, так. А что мне надо? Мне нужна, допустим, деревяшка. О, со мной. И сколько я таких сейчас деревяшек натаскаю? Ты что, там целый лифт построить надо? Иди отсюда. Ну, пройди-то мне, дай. Что ты тут? Что тебе надо от меня? Уйди. Так, беременная женщина Геракл вступает в дело, давай. Оф. Я все понимаю, что вы там все нашли, и туда-сюда. Но я тут как бы лифт чиню. Ты чё? Вернись нормально, встань. Как его? А, стоять, нет. Подними. Дай. Да ну нормально, давай. Да ну нормально, давай. Что ты? Ну что ты, милая моя, давай нормально. Так. Вот так. Теперь поехали. Там наверху темно, между прочим. Я не вижу. Стой, ты куда поехал? Тихо. Пошла-ка я отсюда. Не пойду-ка я в ту сторону.
Стой, доктор, мне тут страшно очень. Очень сильно мне тут страшно. Так и что? Куда дальше-то? Это что такое? Стой. Так. Я ничего не... Сверху есть что? Блин, вот же было под ногой. Фак. Как пройти в эту долбанную рубку? Ой, это что? Так. Зачем ты меня сюда позвал? Понято. Больше я туда не пойду. Так. Ням-ням-ням-ням-ням. Окей. Так, 4 спички и что-то там по лампе еще. Такс, ты не откроешься? What was it? What did you see? Miss Triana. I don't know. It was just a shadow. Yasmin? A ghoul. It was a ghoul. Только не надо мне говорить, что здесь ходит гуль. Главному капитану приходится прикидываться справедливым государственным мужем. Он делает вид, что племя Келхан, Ханан, не какие-то дикари и толкует все сомнения в их пользу. Вот осел. Этот народ из Тесемтау хуже бедуинов. Даже туареги не доверяют. Помню, как Максим рассказывал, они содрали кожу с двоих ребят из отряда Альберта и бросили их умирать в страшных воплях, натерев солью, во имя своей великой матери. Они дарят капитану расписные камушки и мило улыбаются, но нет больших сволочей. Их не очень много, будь я за главного, мы бы их перебили, а потом уже придумали оправдание. Может быть, так и послушаем. Ну, эта тварина там ходит, между прочим. Не имею понятия, я ее, кстати, не вижу. Есть что? Ясмин Чепла, небопроводница. Так, Ясмин Стюардесса, представлена ля-ля-ля, она не до пилота, зачем Стюардесса, сам себя налить не может. Нужно рассказать ей, кто это, выяснить иерархию, может общаться, возможно, поможет. Стаси. Has a real way with smiling and pretending she gives a damn. I like her. Так, здесь мы были. Подожди. Ты что, хочешь толкнуть это? Да встань ты. Нет. По-моему, у тебя не получается. Блин, я спичку потратила. Я это был. Блин, я не успела поджечь.
Так. These poor bastards didn't die fighting. Look at this chap here. Suicide. Why? Why would they do that? Look, what's this? They drew straws. Так, мне что надо, какую-то эту пушку, что ли, выкинуть? Я не могу ее выкинуть. Ишь. Да уйди. Господи. Нравится она. Ладно. Ха. Иха. Блин, жрёт где-то сидит. Как мне пройти в эту грёбаную рубку? Да. И уже. Ис. О, фак, да? Серьезно? А сказать мне об этом раньше ты не могла? Что я иду кругалями? Да, блин. Ну и? Кто тут? И опять наверх? О, здрасте. Шестнадцатое, 05.39. Дорогая Хейзел, надеюсь, у тебя все хорошо. Мы сейчас в самой настоящей пустыне, пекло невообразимое. Пока солнце еще высоко, мы нашли пристанище во дворе какой-то разрушенной крепости. Вокруг полное запустение, лишь скалы торчат среди бесконечных песчаных волн. Профессор Герберт уверен, что найдет путь к гробнице, хотя я и не представляю, как это сделать, ведь дюны постоянно меняют форму и положение. Зачеркнуто. Я писала твоего имени по отцу, но он вряд ли нам поможет или еще что-нибудь. Как ты страшный. Я ж тебя положила аккуратненько. Оло. Оло. Так, ладно. Поехали вниз, я так понимаю. Какой еще вариант-то? Открой. Да.
Да хватит застревать. Пошли давай уже. Чего, блин? Ты издеваешься надо мной? Мне опять туда идти, да? Я ведь ничего не подобрала. Может, не надо было с помощью этой штуки, да? Что-нибудь. Ну, такое себе, если честно. Нормально, встань. Нормально, встань. То есть там, получается, через эти развалины надо как... Надо как-то пройти, но при этом тебе не надо, получается, падать вниз, что ли? Ладно, уполь два. Или мне вот здесь вот надо пройти, или чё? Здесь вот? Ну только я все равно ничего не вижу, так. Да боги мои. Да боги мои, встань, ну что ты? Блин, нахрена я сейчас кинусь? Что? Тихо. Мне туда, что ли? Через палки или... Ничего. Нет, я, конечно, понимаю, что она там гимнастка в первом поколении или еще что-то такое, но, блин. О, класс, мне захочется лампа. Так, там, где светло, там проход. Ой. Так, хоррор подъехал. Мы же сейчас до этого-то, конечно же, не в хоррор играли. А, то есть здесь тебя не плющит, то есть здесь тебе светло. Гениально вообще, конечно. Я вот не вижу ни хрена, а тебе светло. Здесь какая-то. Ну, в любом случае, надо куда-то идти. Я же нажала тебе. А, или мне вот сюда. Ёж, ты знаешь, чего? Чего, блин? Я опять запутал. Я вообще ничего не понимаю, что это. Мне получается через это здание. Ой, через вот это вот. Ломаную хрень. Надо как-то пройти. Вообще ничего не понимаю. Он не хочет проходить и все. А что мне там дверь-то открыли? Ну, может, открою их? Ну, обидно так-то. There must be another way around. Это что? А...
Это что? Так, это передатчик. Это сломанный пол. То есть ты мне предлагаешь, что ли, сверху свалиться? Понимаешь? Нормально вообще. Так, ладно. Она мне предлагает, типа, сломать третий этаж, что ли? Правильно я понимаю? Ладно, пошли. Да не смотри ты на него, ну что ты? Да хорош меня пугать, господи! Вот тут? Да, просто присядь. Нет, не тут. Это не проход. Застревать хватит? Еще раз. Что нам стоит дом построить? Колесим на лифте нормально. Без регистрации смс. Так. 20. Так, мы пошли здесь. Здорово. Он типа вместе со мной идет, да? Я понял. А, да. Нет. Вон там он есть какая-то лестница. Это что? Нет, я думала, она типа хочет сломать эти. И так все включено. А. Кстати. А я не смогу там сломать, там с двух сторон все сломано. О, это заперто. Это что сейчас было? Настряться? И чё? Ты чё прёт-то? Если ты его видишь, я его не вижу. Она хотела толкнуть вот эту пушку. Ну да, вот только ты что-то не двигаешь. Стой. Стой. Сейчас. Так. Как это? Ну как тебя отодвинуть-то? Чё? Починить? Каким образом ты собралась её чинить? А ты хочешь, чтобы я тебе тут еще колесо приделала? Ты нормальная? А, Гуля, здорово. Я тебя вижу. Гуля. Иди нахрен отсюда. Ты серьезно? Ты хочешь, чтобы я сейчас вернулась к тем пушкам? Да я понял. И сняла у них колеса. Хоть ты вообще, конечно. Чё ты?
Пошли. Так, нет, не вот сюда. Вот здесь, да? Алло, женщина, ты же нас... Блядство, разврат какой! Ну и нахрена ты меня тут закрыла? Оля. Оля. Да снимай уже давай с них колеса, ну что ты? Нет? Нет. 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 А кто-нибудь прихватывал запасные колеса или что-то такое? Да, запасное колесо. Ехать у меня, конечно, вообще ничего нет. А где колесо мое? Ну, толкайся, ты чё? А, меня прям тащить надо. Да давай, бегом, ну чё ты, ну? Опа. Фак! Отвечай! Hello? Hello, doctor, are you there? Yes, yes, I'm here. Ava, is that you? Oh, thank God. It's Tazi. Tazi Trianon. Miss Trianon? Tazi? Are you well? Yes. Well, no. Not really, not at all. I can't remember anything. I'm pregnant. I'm lost. Salim, a fort. I'm in a fort. We were here before, I think. I don't know. Doctor, where are you? We have found help. People, a village. But Yasmin, she's not well. The fort. Yes, the fort. Go through the mountain pass, and it is maybe an hour beyond there. The mountain pass. Yes, yes, I see the village here on the map. Oh, thank God. But, doctor, please, there's something else I keep blacking out. It feels like I'm losing control. I am aware of your recent problems, Miss Trianon. In fact, not the help of... Doctor? Доктор Мэтси!
А выйду я теперь отсюда как? А ты что, рацию с собой, что ли? Ну, там типа есть выход. Ну, типа, что-то такое. А что, вообще ничего нет? Ни масла, ни хрена с ней, ни хрена с ней. Видно-то. Ну ладно, пошли, значит. Лестница. Вариант. They're dead and gone. Can't hurt you now. Ah, Jesus! Jonathan, look out! The door! Get to the door! Everyone! What do we do? The keys! Lock the damn door! Я не уверена, что закрытая дверь мне сейчас поможет. Ну и новые варианты я все равно. Спасибо. Спасибо. Запасы квартир. Чего-то там. Тихо. Тихо. Какой бег? Ты что, издеваешься? Hello, мазафака. А это так и должно быть или нет? Надеюсь, что... Чего, блин? Сама выбежала? Опять вся красная. Ты где вообще находишься? Это кто? Но нормальная. Чё, я опять здесь? Это типа... Если ты проигрываешь, то ты типа... Возвращаешься назад, что ли? О! Как я тебя не... Ещё раз. Нет. И типа после этого надо втопить? А, нет. Не надо втапливать. Уже ничего не надо после этого, окей. Это что? А зачем?
Нахрен отсюда, понятно тебе? О-хо. Спасибо. Хотя я не уверена, что там будет лучше. Такое. Радистка Кэт, блин. Так. А, да. Стой, поднимись еще. А, это ты так стоишь? А, там, кстати, знаете что? Ребенок. Окей. Это хоррорный Death Stranding или что? Так. Into the pass. I can't move this. Not on my own. Ну да. Поэтому нам сейчас надо будет вот эту вот штуку типа привести в бой. Так я понимаю. Они здесь? Нет, возможно, что это вообще не их, они просто здесь. Проходили и все. А зачем здесь лампы? Вроде бы же еще не так темно. Лампу. Идешь нафиг, а? Так. Мне дали. Это что? Селитра. Что? Масло для лампы. Окей. А, это портативная рация. Так, а что делает селитра? Я в курсе, что здесь нет этих патронов. Это что? А, это масло сейчас. Это... Куда это все заряжать-то? Не, ну типа... Ты целишься, короче, в ворота? Так это... Вот. Но плюс ко всему тебе... Пошли отсюда. Но плюс ко всему тебе нужны эти потрохи. Ладно, я понял, только где я тебе. Нормально. Мы еще вон там не были. Вон там. Нигде не были, по сути, только. Времени уже. Ладно. Это что? Over here. I think this is a water pump. Так, а что? Водяной насос? Какой водяной насос? Вот тут? Нарцисс? I'm just not thirsty. I should be, I know, but I don't think I can stomach it. И чё? А чё он не это?
Не работает. Мне его вообще надо туда-сюда там или еще? Нет? Дверь? Так. И чё? Ну она увидела насос, дальше чё? Он заржавел и ничего не это. Так, ням-ням-ням. Подожди. Так. Так, селитра. Мне ее надо во что-то гарить и типа. Окей. И что? Окей. Чего не помню. Ну-ка опять нет. Ваши закрытые помещения. Господи, боги мои. О, пушки. Так. Патрошки. Они уже использованы. Чё, снова хочешь подвигать? Это что? Малик там тамбура. Тамбура. Проводник, первый стрелок. Так, суданец. На пункт отправления он уже в Алжире. Сказать особо и нечего. Малик, как обычно, занимается подготовкой и закупается по спискам и всякое такое. Надо напомнить Рэйчел, чтобы обо всех новых запросах телеграфировала ему в Алжир. Надо обязательно пораньше познакомить их с Рэйчел. Он проследит, чтобы она не наделала глупостей. Он миллион раз меня от такого спасал. Ситуацию Тасси тоже с ним нужно обговорить. Ради нее он готов на все, даже если она и не в курсе. Чё? Positively sarcastic. Ну ладно. Так, там, кстати, тоже есть. Ну за что вы так со мною? Я туда не пойду. Пожалуйста. Там же страшно. Есть. Одеваешься, да? Так, то есть они в курсе, типа, про ее ситуацию с провалами в памяти или что? Доктор что-то там обволнился, что типа да-да-да, и типа в курсе вашей ситуации, и типа то ли в этом заключается проблема, то ли в чем. Патроны есть? Сильно иду. Вот и что? А, не, еды. Так, это что? О! Понял, конечно. А, нет, мы отсюда вышли. И думаю, что-то. В смысле? Ладно, видимо, у нас только один единственный вариант — идти в ту дверь. Ладно, сделаем это уже в следующий раз. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, комментируйте, лайкайте и не болейте. Пока-пока.